Всем привет, с вами Денис на канале DVGame, и наконец-то ко мне пришел стримерский микрофон FIFINE A8. Пришел он в хорошей упаковке, сейчас распакуем и будем смотреть. Итак, вытаскиваю. Хорошая упаковка, герметичная, и вот он красавчик. В такой вот упаковочке он пришел. Немного здесь, конечно, помято. Здесь тоже, но вот такой вот он будет. Давайте посмотрим, что же у нас внутри находится. Так, открываем. Нас ждет инструкция. У нас здесь вот такая брошюрка. Это инструкция. Почитаем, посмотрим. Тут все вот о настройках, о качестве, о звуке и так далее и тому подобное. Ну и сам микрофон. Так, открываем. Аккуратно, не спеша. Вот он. Вот он красавчик. Вот такой вот он выглядит. Так, у нас тут поп-фильтр идет сразу. Железный, кстати. Качество хорошее. Железный. Хорошо, он не гнется, не мнется. Все прям как надо. Это сразу я отклеиваю. Она мне не нужна. Убираем. Также дальше у нас идет переходник. Переходник на пантограф, чтобы его можно было крепить. И, ну, удобно пользоваться, если не хотите, чтобы он стоял на столе у вас. Убираем. Далее идет кабель. Кабель, кстати, у них прям FIFINE. Именно их собственного производства. Type-C. У них идет. И USB здесь все закрыто. Все хорошо. Хорошего качество кабель, весьма-весьма толстый, прям, ну, хорошего. Видно, что сделано на совесть. Ну и, конечно, сам микрофон громоздкий, красивый, кайфовый. Железная подставка, увесистая. Здесь крепление при вибрации. С задней стороны находится звук. То есть мы тут увеличиваем и уменьшаем звук нашего микрофона. Также идет кнопка подсветки вот с этой стороны. Здесь идет включение и отключение микрофона кнопочкой. Выглядит очень круто. Сейчас присобачу я поп-фильтр. И в общем, если смотреть, вот так вот он и выглядит. Вот. Подключение с тыльной стороны идет. Вот, здесь Type-C, и здесь можно сразу в прямом доступе слушать, как вы разговариваете. То есть напрямую, подключая наушники, обрабатываете свой звук и слушаете его качество. Очень удобно, если вы настраиваете именно. Давайте же затестим его. Итак, сперва проверяю старый мой дешевый микрофон Sven. Качество вот такое, вы сами слышите. Давайте для проверки скажу фразу, которую вы, я думаю, каждый из вас слышал. Всем привет, с вами Денис на канале DVGame, и сегодня мы проходим очередную игру. Качество оставляет желать лучшего. Сейчас проверим на максимальных настройках OBS и перейдем уже к новиночке, к новому микрофону. Вот качество настройки максимально в OBS качественного. Проверяем. Всем привет, с вами Денис на канале DVGame. И сегодня мы проходим очередную игру. Вот, вот такое вот качество. Ну а это уже звучание в новый микрофон. Вот так вот он выглядит. Очень удобно, кстати, стоит. Очень крепко, хорошо. В принципе, все. Звук сами слышите. Репение, скрипение, чего-либо я вообще не слышу. Очень качественно, очень хорошо. Без посторонних каких-то шумов. Без посторонних звуков. Можно также его на самом микрофоне регулировать. Замолчал, и вот настройка звука тут сзади на тыльной стороне. Я показывал, есть такая крутилочка аккуратно. Также на тыльной стороне сенсор. Вот мы переключаем, он может меняться самостоятельно. Можем выбрать определенный какой-то цвет. Если мы зажмем, то мы просто полностью его отключаем. И если он вам напрягает, например, этот цвет в глаза или еще что-то, просто отключили. Также им хорошо, качественно пользуемся. Также нажали, зажали, и он включился.
через буквально 2-3 секунды. Также сверху кнопочка, вот он, микрофон работает. Микрофон перестал работать и снова заработал. В принципе, качество хорошее, буду тестировать. Все дальнейшие игрушки будут, естественно, с этим микрофоном. Я очень рад. Камера, кстати, у меня тоже новенькая. Обзор я ссылку в описании закреплю. Посмотри, весьма неплохо снимает. Для такого качества я просто очень-очень доволен. Сам себя сейчас слышу. Но еще попробую настроить максимально хорошие настройки в OBS под этот микрофон. А сейчас для проверки сначала без настроек, а потом с настройками. Погнали! Всем привет, с вами Денис на канале DiviGame, и сегодня мы проходим очередную игру. И... Всем привет, с вами Денис на канале DiviGame, и сегодня мы проходим очередную крутую игру. Вот такое звучание с настройками OBS. Смотрите сами, если интересно, как настраивать, то пишите комментарии, я сниму отдельно ролик по настройке. В принципе, микрофон буду тестировать, буду смотреть и буду отписываться вам. Я доволен, что у меня новый микрофон. Теперь качество моего видоса улучшилось из-за крутой камеры. Качество звука из-за этого микрофона. Ну а изображение и так было неплохим. А на этом все. Понравилось видео — лайк, подписка, колокольчик, чтобы не пропустить следующий стрим, обзор, прохождение, летсплей. Подписывайтесь на все социальные сети, все ссылочки в описании. А мы уже увидимся скоро в следующем ролике. До встречи. Пока, друзья.